Привет, Андрей. Это видео про одуванчик для твоего зенитара. Я запрограммировал фокус на расстояние 50 мм и диафрагму 1,2. Задержка входа в режим программирования 1 секунда. Вот таким образом я проверяю каждый одуванчик на моем тестовом адаптере. Кстати говоря, ты можешь на зенитар сначала также наклеить одуванчик на двухсторонний скотч, на тоненький, проверить в камере, отметить его границы посадки, потом снять двухсторонний скотч, обязательно зашкурить место посадки одуванчика от черной краски, обезжирить и наклеить по калибру. Вот смотри, вот так вот прикладывается калибр. На калибре есть ножка, которая упирается в стопорное отверстие на переходнике. Таким образом кладется калибр на твой байонет. Таким же образом прикладывается одуванчик, отмечаются границы его посадки, зачищается место наклейки. Потом берешь клей, только не выдавливаешь из тюбика на сам адаптер, а выдавливаешь тут же, вот, например, на упаковочку. В комплекте вот зубочисточка, этой зубочисточкой берешь клей, наносишь совсем чуть-чуть на твой байонет и по калибру прикладываешь одуванчик. Все, через 1-2 минуты можно использовать. Сейчас я упакую одуванчик и отправлю его вместе с твоим объективом. Спасибо за внимание.